Всем привет, это небольшой обзорчик на пиво Хайнекен, безалкогольное. Вот, 0 градусов, собственно, безалкогольное пиво. Хайнекен, российское. Пивной напиток безалкогольный Хайнекен, 0, пастеризованный состав. Вода питьевая, очищенная, солод пивоваренный, ячменный, светлый, значит, натуральный пищевой ароматизатор, хмелепродукты. Все, тут больше ничего нет. Углеводов 4. А алкоголя не более 0,3 написано. Вот и все. Короче, что-то можно сказать. Я его купил, 60 рублей он стоит. Это, блядь, дороговато, конечно. Но в недорогих местах, если поискать, может быть, в красно-белом или еще в каких-нибудь недорогих магазинах, может быть, оно будет дешевле стоить. Но я просто был в таком супермаркете, где цены не очень, да, и поэтому я купил лично за 60 рублей. Ну, 59 рублей. Вот, а так, возможно, можно и дешевле найти. Дороговато, конечно, да, за 60 рублей, конечно, не особо тянет на 60 рублей, да, за такой напиток, ну, хрен его знает, на 60 рублей не очень тянет, но вот рублей за от 40 до 50 было бы хорошо вообще, то есть. Короче, что тут можно сказать, в целом, как безалкогольное пиво, вот как безалкогольное, да, вот этот вот Хайнекен нормальный вариант, советую лично. Вот, вкус приятный, пьется приятно, я не знаю, мягкий вкус приятный, ничего раздражающего во вкусе нет. Для безалкогольного, значит, пива довольно хорошее пиво. Вот все, если вкратце как-то так, я лично его советую как безалкогольный вариант. Потому что некоторые безалкогольные бывают, ну как бы смотрите, безалкогольный, конечно, такой момент, в котором, в принципе, какая разница, взял любой, да и пьешь, да, в принципе, с одной стороны. Но я пару марок брал, которые пить не очень приятно было, реально. Например, тот же белый Кремль безалкогольный или... Да даже Балтику нулевку еще, если взять в белой банке, да, но она тоже херня, в принципе. Вот этот Хайнекен будет, конечно, получше. Вот, но если взять алкогольную версию Хайнекена пива, да, который с алкоголем, это как бы, ну, среднячок такой, среднячок. То есть Хайнекен, который с алкоголем, он, я не скажу, что он суперское пиво. То есть оно так просто среднее, нормальное, неплохое пиво, вот и все. А для безалкогольного вот этот вариант, ну, довольно хороший, то есть достойный. Лично я советую. Вкус приятный, мягкий, еще раз говорю, ничего не раздражает, все нормально. Все, пока.